И всем этим процессом будут управлять наши режиссеры, поэтому у нас будет возможность ответить на все ваши вопросы. И в первую очередь я хотел бы сказать вам, для чего мы здесь находимся с вами. В чем заключается цель этого мероприятия? Я должен сказать, что это волшебное место, в котором все и началось. Что я имею в виду? Я имею в виду, что как раз это место являлось отправной точкой. Это место представляет собой начало нашей истории, нашего керамического искусства, искусства изготовления керамической плитки. И я предоставлю вам сегодня много интересной информации, которая будет носить, естественно, полезный характер, учебный характер для вас. И я хотел бы, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Почему? Потому что мы являемся одним целым. Наша компания, наше предприятие, наши агенты, наши представители, наши клиенты, мы все должны быть одним целым. Поэтому мы должны с вами использовать местоимение «мы». Не «я», «ты», «он», «она», «они», а «мы». И мы для себя выбрали этот лозунг «Stronger together» – «быть сильными вместе», «крепнуть вместе». Конечно, мы все с вами столкнулись с проблемой, с пандемией, с COVID, с коронавирусом, и это заставило нас наметить для себя новые стратегии, новые пути, новое направление. И мы поэтому и выбрали такой лозунг «Stronger together» – «Все вместе мы должны стать более крепкими, более сильными». И для этого мы должны с вами провести своего рода микроанализ нашего керамического рынка, рынка керамической продукции. Конечно же, этим рынком управляют различные веяния моды и модные тренды, модные течения, с которыми мы не можем не считаться, с которыми мы не можем не учитывать. И мы руководствуемся двумя макросезонами. Это весна, лето, первый сезон для нас. И в рамках этого сезона проходят очень крупные и важные выставочные мероприятия в Штатах, США, в Китае. И что касается осенне-зимнего сезона, то этот сезон представлен таким крупным мероприятием, как Черсая. И я хотел бы, чтобы Черсая проходила даже намного чаще, чем один раз в год. Почему я хотел бы, чтобы это мероприятие проходило чаще? Потому что мне хотелось бы достичь определенного сближения с рынком. Поэтому мне хотелось бы сократить расстояние между нами. Я сейчас, например, нахожусь в Имоле, общаюсь с вами из Имолы. Вы находитесь в ваших офисах, в ваших городах, и поэтому нас с вами разделяет определенное пространство, которое можно сократить при помощи самолетов, автомобилей и так далее. Но меня интересует сократить это пространство для того, чтобы, как я уже сказал, сблизиться рынком. А для чего мне это нужно? Мне
это нужно для устранения определенных стереотипов и чтобы быстрым образом доносить до сведения рынка суть новизны, суть новой продукции, которую мы выпускаем, для того, чтобы рынок своевременным образом получал эту информацию, узнавал о нашей идеальной продукции. Я имею в виду такие рынки, как американский, североамериканский рынок, другие рынки, таким образом, чтобы у вас была эта информация с опережением наперед, и чтобы вы, следовательно, использовали эту информацию, скажем, стратегическим образом, и обладание такой информацией наперед, конечно же, может приносить вам пользу, конкретные результаты, и мы всегда стремимся к тому, чтобы у вас была эта информация своевременным образом наперед, и чтобы это давало вам определенное преимущество. И что я хотел бы здесь вам показать? Я хотел бы вам показать суть нашего искусства. Вы видите, что в этом стакане, вы не видите, в этом стакане земля. И мы при помощи этой земли создали вот это. То есть мы взяли эту землю, сделали смесь и получили изделие. Что мы получили? Мы получили цемент. И у вас возникнет вопрос, для чего? Для чего они захотели сделать, изготовить этот цемент? Когда можно взять цемент, существующий уже на рынке. Но вы знаете, что мы стремимся к удовлетворению рыночных нужд, потребностей клиентов, ваших потребностей. И, следовательно, нам нужен особый тип цемента для изготовления наших изделий. Поэтому за всем этим стоят конкретные нужды, конкретные потребности. И для нас очень важно иметь продукт, удовлетворяющий, удовлетворяющий нашим требованиям качества. И у каждого рынка свои потребности, свои нужды. И мы поэтому поставляем, как вы знаете, огромное количество продукции на различные рынки. Но мы знаем, что на этих рынках есть еще определенные незаполненные доли, и мы могли бы заполнить эти доли рынка и увеличить объемы поставки нашей продукции. И я должен сказать, что цемент является ведущим видом сырья и является результатом человеческих способностей. Вот если взять песок, например, добавить определенное количество минералов, добавить воду, и мы получим таким образом изделия, и эти изделия до сих пор в мире являются ведущими. Это изделия, которые используют известные архитекторы. Вот, например, некоторые архитекторы взяли цемент, облагородили этот цемент и реализовали прекрасные произведения искусства. И мы знаем, что на рынке сейчас существует огромное разнообразие цемента.
И мы знаем, что этот цемент отличается по своим характеристикам. Существуют различные виды цемента. Есть цемент с кислотными добавками. И вы знаете линию, серию изделий Азума, которые мы специально изготовили, и вы продали более 1 миллиона квадратных метров этих изделий, этой линейки Азума. И тренды, рыночные тренды указывают на повышение спроса на рынке на эту продукцию. Но мы знаем, что мы можем теоретически увеличить наши объемы. Для этого мы создали еще один новый вид цемента. Почему? Потому что если бы все производили один и тот же вид цемента с одинаковыми характеристиками, то невозможно было бы дифференцироваться на рынке, дифференцировать себя от других конкурентов. И поэтому с этой целью мы и создали новый вид продукции, которая могла бы обладать определенным внешним видом. Мы создали эту специальную плитку, цементную плитку, и мы стремились к тому, чтобы эта плитка отличалась бы от плитки других производителей. Поэтому мы внимание уделили также цветовому исполнению. Вот, например, когда вы покупаете одежду, те же самые футболки, на что вы обращаете внимание? На цвет, конечно же, в первую очередь. И поэтому, что касается наших цветов, то вы знаете, что сколько сил, сколько работы мы проделали для создания необычных цветовых вариантов. Мы создали цветовую палитру, очень гармоничную. И в этом заключается как раз и наше отличие от других производителей. И поэтому в чем разница между передовыми компаниями и такими, скажем, средними компаниями в том, что мы всегда занимаем передовые рубежи. Как развитая компания. Почему? Потому что мы учитываем и всегда учитывали ваши нужды и потребности. И на основании этого мы создали вот такую цветовую палитру с необычными вариантами. И здесь в этой палитре присутствуют как холодные оттенки, так и теплые оттенки. И поэтому мы отталкивались от холодных оттенков. И вы видите, что в палитре есть категория средних оттенков вплоть до теплых вариантов. И здесь вы видите 1, 2, 3 для холодных и потом для теплых. И мы специально создали вот такие необычные оттенки. Мы не хотели, чтобы наши оттенки, наши цвета были зеленоватыми. Мы специально намеренно создали различные варианты серых цветов, серых оттенков. Это что касается категории холодных цветов. То же самое мы сделали и с категории теплых оттенков, теплых цветов. Это что касается цветов. А теперь давайте поговорим с вами о форматах. И что касается форматов, здесь мы также стремились к созданию необычных вариантов. И когда мы говорим о форматах, мы говорим также и о толщине. Почему? Потому что мы поняли, что спросы наших клиентов, наших потребителей очень-очень разнообразные. Наши клиенты отдают предпочтение высокотехнологичной продукции, и поэтому 120 на 120.
и 60 на 120, вы видите как раз эти две категории, которые мы создали специально, учитывая рыночный спрос, рыночные нужды. И, конечно же, на рынке есть и категория традиционных, так называемых потребителей, пользователей. И здесь вы видите как раз 90 на 90, 60 на 60 и 30 на 60. И поэтому, что касается формата 60 на 60, 10 миллиметров толщина, мы создали фон с декором, и у нас есть один вариант для теплых тонов и для холодных тонов. И мы здесь просто-напросто играем этим форматом, и наше изделие обладает особой текстурой. И таким образом нам удается удовлетворять спрос наших потребителей. Мы начали использовать и небольшую толщину 6,5. И здесь вы видите мозаику 1,5 на 1,5, неоднородная мозаика. И это позволяет нам создавать... использовать как синие варианты, так красные, так и желтые, получая различные виды эстетики, различные внешние виды. И, конечно же, наша плитка. Это плитка, которая может размещаться в разных средах, разных помещениях. Я специально не комментировал это видео, потому что то, что вы увидели, это говорит само за себя. И эти изделия в состоянии удовлетворить любые нужды, любые потребности в плане как раз типов помещения, интерьера, экстерьера, кухни, ванные комнаты, коммерческие помещения, то есть офисы, магазины, рестораны и так далее. Это свидетельствует о чем? О том, что наши изделия делают живыми помещения, облагораживают их. И это очень-очень важно. И помните вот такое выражение «tiles are boring» – плитка – это что-то скучное. И мы постарались изменить это представление. Я сейчас вам покажу эти небольшие клипы, кусочки видео, которые мы специально реализовали, специально сделали для того, чтобы изменить это ложное представление о плитке. Мы на прошлой неделе сделали как раз эти видео, которые будут представлены на нашем сайте на следующей неделе. Это, конечно же, небольшие кусочки видео. И вы видите, что практически эта плитка даже и не видна. Она как бы не бросается в глаза. Но эта плитка оживляет помещения, облагораживает их. Поэтому я знаю, что сейчас...
Практически все следят за этими, все знакомятся с этими материалами в социальных сетях, просматривают эти материалы. И, как я уже вам сказал, эти материалы, они уже имеются у нас на сайте. И у нас есть, конечно же, материал, который мы создали специально для вас. Вы можете их скачать как через Android, так и iOS, айфоновые системы, и они могут быть в вашем распоряжении. Видите, все эти видеоматериалы, маркетинговые инструменты, которые мы создали специально для вас. И вы найдете их у нас на сайте, начиная с сегодняшнего вечера. И есть специальная секция, раздел Tmall. Вы должны войти в этот раздел. У кого еще нет пароля, мы предоставим вам пароль для входа в этот раздел. И... А теперь наступило время для ответа на все ваши вопросы. К сожалению, я не сумею ответить на все вопросы, их очень много. Отвечу на первый вопрос, который заключается в следующем. Технические характеристики являются достоверными и реальными? Ответ на этот вопрос утвердительный. Да, конечно. Потому что в отличие от тех производителей, которые берут и пишут все, что угодно, не в состоянии потом отвечать за свои слова, наши характеристики, характеристики, которые мы указываем, вот R10, например, эти изделия, которые очень приятные на ощупь, мы, конечно же, гарантируем достоверность всех указанных характеристик нашей продукции. И вы прекрасно знаете эти характеристики. И что касается процента поступающих жалоб и претензий, то этот процент вообще минимальный, незначительный. Следующий вопрос. А какую продукцию вы планируете выпустить? Какую гамму продукции планируете выпустить в 2020 году? Но я пока не буду отвечать на этот вопрос. Пусть это будет сюрпризом для вас. И я считаю, что я должен сказать, что вы прекрасно понимаете, что сколько усилий нужно вложить, сколько работы нужно вложить в создание инновационной, высокотехнологичной продукции. И мы это делаем, и делаем это вместе с вами, конечно же. Вопрос, состоится ли Черсаи в этом году? Я не в состоянии ответить на этот вопрос, потому что решение об этом будет приниматься на более высоком уровне, на вышестоящем уровне, но мы, состоится официально Черсаи или нет, мы будем продолжать работать таким же образом, как мы это всегда делали. Когда в распоряжении будет необходимый материал, инструменты для продажи, уже это все имеется в распоряжении, уже готовы все образцы. И уже первая партия заготовлена, и в ближайшее время будут заготовлены последующие партии. Ну что ж, в принципе, на этом все. Я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что мне удалось предоставить вам интересную информацию, рассказать вам что-то интересное. И до скорой встречи. До встречи 10 сентября. И мы 10 сентября с вами будем говорить о любви. Да-да, о любви. Спасибо всем. До свидания.